Тамара Савченко, Латырийск, Вайт Арес, Корпан, Щисвойна, Мамыскад, Олесны, Ленинградын, Балтийский вокзал дурын, а Нилын Суалесны склад яскын и Пырвичлесны Сакарда пыч. Тетя Настя и мать моя ездили на Балтийские склады. Минам тет да мам ветлесны тая склад яздора кор сэны упнитыс пыжар, чукортесны соччам сакар, мы муасвалы ляса манин. Воистыв, асыкыт и чыглун. Ваан вещик тас мая скотыдлесны, поясны, бытчикас вуж ясыч шоян мучлесны. Ходили по квартирам, там. Ветлим патера эсэд, кан юзыс щеми эсэн вылыкуйланы, чыглас чичыныс эзверманы, шоянис эзвыв, турун шойлим, щурлыска уличичну, тайоцымын гожымын вылым. Кычалам Ленинградын олым Тамара некор озвуныд. Уличич куйлыш кущым йыз, быдлунча бомбитым кищым керкаяс. Со тачым кады ичетик Тамара джик ытнас колес, мамыс кулыс, муныс уджвылы и бырсы эзлок. Когда погибла мать? Мам кулыс нелямын коймад вон, кор кычалым сымен бы исчез ородысны. Эз тырм некамын лун, эз аджи победа. Ани аскор войсну гуавнысы, стаджи шуисны, Анна эз ов победаюч, эз тырмы вынес. Валерия Терентьевна Щербань помалый сижимот класс Корпанщус война. Олыс Мамыскад, Ленинград, Ширын, Маяковский, уличим. 8 сентября уже город оказался в блокаде. Сентябрин Ленинград кычалысны, но мимуны велычыны панщис велычанво, самунек школа, а бомба убежище. Кар бомбитлысны дугдывтык лундавой, фашист джик матын сулалыс бинокль пырвиджадыс, мы карын вычы. Нелябын как двоща февралин мамыс кулыс, нывка некамын лун олыс орчын, эстыд мы мамыс, абунин ловья. Я в 15 лет узнала, что такое сиротой быть. Да, свит арысын мелой щиротан, меджик от нам коли некучам отцыг неколчань воловичишны, но ме сыршима овны кысье, медмен солдат я свермисны, мески мы мянес мездасны. Став страна отсалыс Ленинградлы, истисны бытпелесыч шоян. Коми АССРыч кычалым кара дугдывтык мунысны и шумтыра вагон яс. Та была ленточка. Миян фронт да немеч костын вылысымын не ужит юкын, так уже ветлыс техника тая туя шучылыс олан туян, а корси сылыс сыместа Ленинградын олыща строительсны кыртуй, тылыщын удитесны ставсы. И тая туй кужа интауш войс и шумтыра медвыджа поезд. Секинеку двечу гестыд мы эм татшым кар, картан сия эзвы в пасима. Блокадный Ленинградын олысны и комиш войтер. Таисия Летеева, муныс велычыны химико-технологической институты. И коркар кычалысны, нывка гижлыс мамыслы пишмаяс. В октябре она пишет. Октябрын влагижма пишма. Металлом велыча медвыджалон, а тавыч окопья с кодьем отсащим. Вердыны столовоен. Окшумы бура, но век же вердыны. Мия нащетаны нышта кыкщо ветамын грамм нянь. А некамын лунмысти гижма. Столовоен вердисны пыщ, коляс ясыщ, пуам шыдан. Нывка кущи срегудмысти, щемеяскад, изнаджишлы. А кычка кямыс морд, код яс олыны талон. Республикан вермисны венны чугялым, вермисны тышкачны ас олым высна. Мне было 10 лет, исполнилось 10 лет, но я уже так соображала все, но все равно это все ужасно, все страшно, не знаю. Конечно, страшно, как не страшно. Очень тяжело было, очень. Я всех потеряла, всю родню, у нас такая огромная родня была. Ну, как выжить на 125 грамм? Этого эрзаца. Я девчонка была 10 лет, но я... Ну, все равно, а как ведь? Мы же сегодня даже не задумываемся. Мы же там взяли колбаски, отрезали сыра, там, не знаю, что хотим, то и кушаем. А 125 грамм я специально в этот раз, вот когда пересмотрел фильм, снова, говорю, ну, на весах взвесил, я смотрю на этот вот кусочек и думаю, вот как это? Как на него? А потом ведь сколько было случаев, когда эти карточки выкрадывали, когда хлеб отбирали, это же тоже и все, это же вообще как человеку? Вообще ничего нет. Это ужас. Холод еще, холод же. Да. Мамочка стояла в очереди, 125 грамм хлеба надо было взять. Хлеб кончился, ну, вот я вот об этом. И мама такая обессиленная, голодная, холодная. Смотрю по коридору, он такой уже общий коридор был, там уже не поймешь, где и жили. Вот она по стенке перебирается.
Людмила Николаевна лы ыкмыз да скуймарыз. Блокада анмамыз кулыз, аны в Каламойвейз. Чо искыд, наиз эвакуируйтесны олан туйкужа. Олымыз вайдыз коми. Арлы двылывиджеттык олыма ань збой шерамбана. Аз примерын петкадлы. Шыкадлуне силыш вунадны он вермы. Но олым мунаводжы и дон явны колы быдлун. Сойоны ань пандашлы подруга эскыд. Уна лыдищу и ветлы быдщи казгажвылы. Татьяна Супряткина, Дарья Валагжанина, Юрган, телеканал.